Караганду сегодня прибыл вымпел победы. Он символизирует преемственность поколений и верность памяти тех, кто воевал за мирное небо. Напомню, акция «Марафон» в честь 70-летия Великой Победы стартовала в Астане и в ближайшие дни обойдет все основные воинские части страны. В Караганде вымпел победы торжественно передали на площади у Вечного огня в присутствии ветеранов. Воины-победители получили поздравления от верховного главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. Всех участников акции поприветствовала рота почетного караула. Спасибо нашему президенту, который уделяет внимание на ветеранов. Вот, и всегда обращает внимание и помогает. Мы пришли с тем, чтобы возложить венок вечным огнем.